Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Получила две посылки с сайта iHerb. Про БАДы я уже с этих двух посылок рассказала в предыдущем видео, смотрите. Сейчас я расскажу, что у меня здесь было из продуктового, очень много вкусняшек. И из косметики здесь у меня немножко было. Хочу поделиться хорошей новостью. На сайте MyIntia сейчас до конца января будет скидка 10% по моему промокоду Раджани. Можете его вводить в корзине во время... перед заказом и получите скидку 10%, потому что обычная скидка по моему промокоду Раджани 6%. Сайт MyIntia, у меня уже есть с этого сайта посылок много. Я несколько уже посылок заказывала, есть обзоры, можете посмотреть. На этом сайте предоставлено большое количество товаров для здоровья. Есть разные разделы: аюрведа, красота, арома, аксессуары, всякие там продукты есть, спорт для детей, для дома. Можете какие-то декор даже заказать отсюда, канцтовары, товары для спорта, одежда даже есть. В общем, очень большой ассортимент. Самый популярный, конечно, наверное, здесь косметика, биологически активные добавки, травы индийские с интересными составами, которые только можно заказать в Индии, аюрведические препараты хорошего качества, куркума, которая тоже у нас не найдешь, органическая куркума у них хорошая, препараты марки Гималай знаменитой, которые даже у нас в аптеке продаются, тоже можно заказать. Есть бесплатная доставка там на определенные товары, смотрите, там машинка нарисована зеленая. Ну, в общем, изучите сами этот сайт, я ссылку оставлю, не забывайте вводить промокод Раджани и получите скидку 10%. Очень хороший сайт, заходите, не пожалеете. На этом сайте работает служба поддержки, можете задавать какие-то вопросы по доставке, по интересующим вас каким-то вопросам, с которыми вы столкнетесь при заказе. Ну, в принципе, сайт очень легко заказывать. Нужно просто зарегистрироваться, добавить товар в корзину и оформить заказ. Отправляют по всему миру. Вы можете заказать в любую страну мира, в принципе. По крайней мере, можете посмотреть при оформлении заказа, посмотреть страны, которые они отправляют. Ну, в принципе, отправляют практически по всему миру. Вот такую заказала новинку для себя, никогда еще не пробовала. Ну, эта марка тоже, по-моему, не всегда была на iHerb. Advanced Clinicals, гиалуроновая кислота. Еще у них есть коллаген, еще другие полезные такие антиэйдж средства. Упаковки большой пришло. У меня как раз закончился запасы гиалуроновой кислоты. Я гиалуроновую кислоту каждый день использую, все время использую сыворотку. Нравится мне, она увлажняет хорошо. Когда жарко, можно просто даже вместо крема использовать. Я уже нанесла немножко ее на руку, попробовала. Она имеет такую гелевую консистенцию. Такую не сильно густую, не сильно жидкую. Здесь большой очень объем. 52 мл, обычно там 30 мл сыворотки делают. Она имеет немножко такой какой-то аромат, ванильный такой какой-то ароматизатор добавлен. Здесь, конечно, не чистый состав, потому что есть на iHerb, я брала дорогущую такую сыворотку гиалуроновую, там можно сказать, что одна гиалуронка. Здесь есть еще другие какие-то ингредиенты. Глицерин есть, ну, видимо, для загущения. Алоэ вера есть, содиум гиалуронат в составе есть, вот, ну, на каком-то там из мест, не сильно далеком. Вот, попробую эту сыворотку. Еще у них есть коллаген. Не знаю, если мне понравится сыворотка, может, закажу Advanced Clinicals еще коллаген. С этой маркой еще не связывалась, поэтому ничего не могу рассказать. Содержит морской экстракт, видимо, из водорослей гиалуронка. Ну, гиалуроновая кислота, она очень хорошо задерживает воду, как бы, в коже. А старение кожи как раз происходит от обезвоживания. Здесь содержится алоэ вера, витамин С, витамин Е. Для кожи, как бы, они добавили антиоксиданты, зеленый чай, бета-глюканы добавили, увлажнение и антивозрастные, как бы, действия. Против морщин оно идет. Ну, в принципе, пока гиалуронку используешь, она очень хорошо увлажняет кожу, поэтому не сильно кожа морщинистая. Гиалуроновая кислота, ее можно использовать и зимой, и летом. Гиалуронку ее круглый год можно использовать, в этом ее и плюс. Ауромера, юридическая индийская марка, такая у них хорошее мыло очень, и вот продолжается у них еще акция на него. Все виды мыла по $1.60. Сейчас я в каждую посылку, пока идет акция, кладу его. Очень приятный такой свежий аромат, это тулси ним. Тулси — это базилик у нас, ну, а ним тоже известен своим противовоспалительным эффектом, бактерицидным эффектом. Он хорошо очищает кожу от высыпания всевозможных заболеваний кожи, тоже масло нима есть такое. Вот состав у этого мыла очень хорошее, нормальные составы, здесь ничего такого вредного нет. Действительно такой прозрачный состав, кокосовое масло, подсолнечника масло,
вода рафинированная, касторовое масло, тулси, священный базилик, сезам ойл. Ну, там кактус даже какой-то есть. Ну, в общем, очень такой свежий у него аромат, в отличие от таких приторных других ароматов, там сандаловый, древесный такой. Ну, вот все такие запахи, как индийских благовоний. Если вот вам нравятся индийские благовония, то вам понравится и это мыльце. Оно упаковано вот в такую было бумажку. Я уже распаковала. Вот, вот так посмотреть, что упаковывается так, как ручной работы. Оно такой формы, оно не очень такое даже ровное, потому что все вручную. Формы так делается. Классная марка. Это марка Aromere. Пробничек был зубной пастой. Очень маленькое здесь количество. Но попробовать можно. От Гималая. Здесь всего лишь 21 грамм. Отбеливающая зубная паста. Без фтора. Без содиум лаурил сульфата. Карагинана и глютена. Без глютена. А что за зубная паста буду еще пробовать? Ну, у этой марки, в принципе, тоже хорошие запечатаны. Даже хоть маленький тюбик, все запечатано. Гималая, в принципе, известная такая марка. Аюрведическая тоже. Запах присутствует такой мятный, травянистый, как всегда вот у них. И просто белая зубная паста. Ну, из косметического здесь уже все. Сейчас я расскажу, что у меня здесь было вкусного. Как всегда, вот такое заказываю кокосовый крем. Уже все его, наверное, попробовали. Очень популярный на сайте крем. Хороший по цене, выгодный. Это как кокосовое масло с мякотью. Ну, большая часть здесь, конечно, мякоти. Ну, в этом весь его смысл, потому что я его как бы переливаю, ну, размягчаю его где-то на батарейке или под водой горячей. Переливаю в баночку, и потом такая получается как молочная каша, если добавить в кашу. Не надо никакое молоко, и вкусно, и полезно, и очень хорошее по цене. Когда хочется более жирного чего-то такого, то можно добавить кокосовое масло. Ну вот, как раз, мне кажется, диетический вариант. Кокосовое масло есть органическое, и волокна полезные кокосовые, потому что мякоть из волокон делается, а масло оно выдавливается как бы из мякоти тоже. Такой очень классный вкусный кокос, я его постоянно стараюсь заказывать. Оно небольшой вес занимает из-за того, что не в стекле, а вот в такой вакуумной упаковке. Ну, в каждой посылке показываю, вы, наверное, видели. У меня шоколадки две, вот такие, одна вот такой черный шоколад с фундуком, и вторая шоколадка вот такая трюфель, мне она понравилась, я уже второй раз такую заказываю. Очень вкусный шоколад с такой прослоечкой, как бы его здесь меньше в упаковочке. Называется черный шоколад с трюфелем, как бы с начинкой такой трюфельной. Это шоколад без сахара, со стевией, черный шоколад как бы. Вот. А вот этот, который с орешком, с миндалем крупным, такие целые миндальные орешки. Вот так он в разломанном виде таком пришел. Я его так и разломала, еще не ела. По одной дольке в день можно съесть шоколадку, если очень хочется чего-то сладкого и успокоиться. Как я от сахара отказалась, поэтому вот такой нашла шоколад, шоколад без сахара. Но все равно такое ощущение, что ты ешь как бы обычный шоколад. Нет никакого такого у него неприятного вкуса. Он не такой, конечно, приторный. Есть у них, кстати, без сахара еще молочный, но молоко я как бы не ем, поэтому я не заказываю. Хороший шоколад. Мне он очень нравится. Заказываю вот такой мокко. Это получается как заменитель кофе от марки Тичино. Вот такая марка. Это цикорий. Без кофеина он идет, но он очень похож на кофе. Наверное, из всех видов, которые я перепробовала вот этого цикория, он весь очень вкусный, мне очень нравится. Этот мокко мне показался больше всего на кофе похож, потому что сколько бы я ни брала, все они мне нравятся. В этот цикорий они добавляют орешки. Во все виды, в принципе, подобный такой состав идет. Содержит миндальные орехи. Органический кэроб содержит. Ну, кэроб такую кислинку как бы дает кофейную. Органический ячмень. Барли, по-моему, переводится. Органический цикорий. Финики, миндальные кусочки орехов там попадаются, натуральный ароматизатор мокко, органические фиги, какао-порошок. Ну вот в этом именно еще какао добавлено. И есть варианты без глютена, тоже безглютеновые. По-моему, там не содержится ячмень. Там разные очень вкусы есть. Все вкусные. Единственное, сильной прожарки, такой как больше, менее всего мне, наверное, понравился. Остальные все, что я пробовала, очень классные. Так что это такой цикорий, который можно в него добавить сухое кокосовое молоко. Ну, кто-то с молоком, кто молоко употребляет, просто молоко добавляет. И получается очень классный напиток. Кофе давно уже не пью. Вот этот цикорий из всех видов цикория, которые я пробовала, самый вкусный. Здесь вот такие вот частички орешков там есть. И вот этого, и самого цикория, и ячменя, и, в общем, вот это все, что перечислено. Добавляют они и финики, видимо, для подслащения. Ну, и в данном варианте здесь еще какао. Так что он очень вкусный такой. Ароматизаторы здесь натуральные. Не знаю, мне кажется, что даже он вкуснее, как
как кофе, но нет вот этого неприятного эффекта, если вам плохо от кофе, а вы кофеман и зависимость у вас от кофе, то вот хорошо попробуйте, вам должен очень понравиться, он хорошо подойдет. Еще заказала фисташки от Now Foods, я давно такие фисташки один раз, по-моему, заказывала. Они немножко дороже, конечно, чем у нас стоят. Можно сказать, даже в два раза. Здесь 9 с чем-то долларов, 340 грамм стоит. Ну, я покупаю по 45 гривен 100 грамм, где-то 450 гривен килограмм. Ну, фисташки, конечно, очень вкусные. Я вот беру калифорнийские, у нас продаются. Это тоже как американские. Эти с морской солью. Вот такие все раскрытые, нету закрытых, что в плюс вот в этих фисташках, что они все очень свежие, так как они в упаковке запакованы, нету ни прогорклых, нету отсыревших, в общем, очень качественные фисташки. Не знаю, я, наверное, в следующую посылку еще закажу, потому что у меня сейчас фисташковое время. Знаете, как вот бывает, на чем-то сидишь, и потом проходит время, и уже и не сидишь на этом. Ну, вот сейчас вот такой период, я орехи как бы использую, беру там грецкие орехи, беру всякие там тыквенные семечки, вот классные фисташки такие, вкусные, сладенькие такие, можно, конечно, и за раз пачку съесть. Постараюсь сразу не съесть, но в следующей посылке, наверное, еще положу. А там есть еще подороже немножко другие марки дел. Там органик есть тоже, фисташки. Написано, что здесь полезные протеины, волокна и здоровые полезные жирные кислоты. Сделано в США. Ну, выращено в США, видимо. Видимо, у них растут, потому что у нас продаются еще калифорнийские, те, что получше качества. Но все равно эти еще намного лучше. Тоже я когда-то брала, по-моему, той марки уже нету. Конопляные семена. Конопляные семена, конопляное масло очень полезное. Ну, у нас тоже продают конопляные семена, но они какие-то как в шелухе. Я не знаю, как они вот эти лущенные, что с ними делать. В общем, я пока еще не конопляные семена брала, не знаю, что с ними делать. Вот поэтому взяла просто, чтобы кашу посыпать. Очень полезно и сытно. И источник белков 10 грамм, и 12 грамм здесь омега-3 и 6 в них. Так что не бойтесь, можно омега-3,6 набрать в других, кроме рыбы, веществах, кто не ест рыбу. И 9 мы и так много получаем во всем остальном. И вот так выглядят эти семечки. Очень жирненькие, очень полезные. По вкусу я не знаю, на что они похожи. И на семечки, и на орешки. Вообще все сразу. Очень полезная вещь. Конопляное масло считается вообще противоопухолевым, противораковым. Многие люди пьют его в противораковых этих программах всех. Его можно добавлять в салаты, в смузи, в кашу. Можно добавлять в йогурт. Там пишут, здесь витамин В6 есть, магнезиум. Большое количество кальция есть, небольшое количество. Так что еще вот такие заказала, такую присыпочку себе на кашу. На Эхерб беру еще лецитин, тоже мне на кашу нравится сыпать. Орешки у нас покупаю, тоже сыплю. И получается очень сытная каша, потому что если вы просто будете овсянку там с ягодами есть, то вы быстро захотите есть. А если вы добавите еще полезные жиры, потому что с утра советуются еще жиры всевозможные есть, то, конечно, это и сытнее. На самом деле, если вы думаете, что на растительной пище вы будете ходить голодными, то вы все можете компенсировать добавлением полезных жиров, белка растительного. И тогда вы выкрутитесь и будете более-менее здорово питаться и насыщаться. Поэтому вот эти орешки всякие спасают. Ну и без них можно тоже покупать грецкий орех у нас, и миндаль продается, все эти орехи у нас продаются. Я их перебиваю на блендере тоже и посыпаю, целенькими посыпаю, и мне нравится еще порошочек делать, поэтому эти все присыпочки мне нравятся. Ну вот, вот такой у меня был обзор продуктов и косметики. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите мои видео и подписываетесь на канал. Спасибо, что используете мой купон SGS024 при каждом вашем заказе. Он дает скидку 10% при первом заказе. При последующих заказах вы его можете использовать совместно, ну и при первом тоже, с промокодом на скидку 10 loyalty. Я под видео своим, под каждым, в описании даю промокоды, скидки тоже новые, так что следите за новостями, подписывайтесь в группу ВКонтакте, тоже там новости все по скидкам, по акциям. Facebook у меня есть тоже, можете смотреть под видео или в сообществе тоже YouTube, тоже я информирую о новых скидках, акциях недели там и дня. Спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания.